Это видео будет состоять из нескольких частей. Первая часть про еврооптимиста. Мы отправились, ну, традиционно в места скопления людей, чтобы узнать, о чем там люди думают. И вдруг мой журналист услышал интересный разговор. Мужчина рассказывал о том, что премьер сказал, что шенгенская зона теперь открытая, и можно, в общем, ездить в Испанию. Вы же лучше в Испанию будете ездить, обратился он к пенсионерке из Донецка. Сегодня подыхает. На кухне вообще. Сегодня эти два сраные люди. Это Норвегия сказала. И будете ехать все в Шенгенскую зону. Нас покажут. Так вы лучше будете отдыхать в Испании, чем. Камера вызвала бурную реакцию. Я скрою. Что вот это за репортаж? Да я возьму. Сейчас он там конфликтную ситуацию. Не сейчас. Надо. Вы постоянно, каждый раз, когда приезжаете сюда ярмарка, вы постоянно создаете. Не надо. А да. Я же здесь живу. Не надо создавать. Свои. Вы постоянно. Пользуясь случаем, ну вдруг кто-то знает этого немолодого уже человека, я бы хотел ему передать словами Высоцкого Владимира Семеновича. Огорчил ты меня? До невозможности. Еще раз. Впрочем, ладно. Второй сюжет – это бабушка, которая отказалась от денег. Отказалась наотрез. Спасибо, огромное спасибо. Мне уже помогли. Мне осталось мало помощи, чтобы нуждались. Я не нуждаюсь в помощи. Мне хватает. Спасибо, Боженьки. Сколько суждено, столько и назначено. К сожалению, в нашем мире многим людям внушили, что просто так ничего не делается. Ну да ладно. Обидно, но из песни слов не выбросишь. Ну а дальше традиционные бабушки. Мне 81, 13 января исполнилось. Нет, маленькая. 1158. Ну а русскими дают 2300. Ну как, вот эту гуманитарку дают же. Ну, немного российскую дают. Вот позвонили, что в понедельник российскую надо там на маяке брать. А так все равно, ну, супы-то как. А мясо особенно, ну, как оно, сейчас я карачок 80 рублей килограмм. Что с того окорочка? Как говорится, ту войну прожила, мне было, мама умерла, мне было 7 лет. Ну, еще 7 не было, в 42-м году она умерла, так что я пережила, могу целый день не кушать, как говорится. Спасибо большое, дай Бог вам здоровья. Скоро будет 85. А за что покупать мясо? Я то одно покушаю с хлебом, да и все. Да, ну, а за что брать-то? Не за что. Я стараюсь за квартиры заплатить. Машина едет. Спасибо большое. Спасибо большое. Пошла на базар, а то на вокзале 300 рублей я отдала. А то сам на лекарство. И здоровечка вам, всего хорошего.